Европейский Союз формально обязался сократить свои выбросы углекислого газа на 40% к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Документ об этом направлен в ООН. На министерской встрече в Брюсселе вырабатывалась общая позиция к предстоящим в этом году в Париже переговорам о климатических изменениях. По-моему, Европа берет на себя особую ответственность в этом вопросе, поскольку осознает, что она больше других произвела парниковых газов с начала промышленной революции, сказала французский министр экологии Сеголен Руайяль. Сегодня мы должны призвать к такой ответственности остальной мир. На встрече были представлены новые способы уменьшения загрязнения атмосферы промышленностью, сельским хозяйством и предприятиями по переработке мусора. Немецкий министр Барбара Хендрик предположила, что к декабрю Евросоюз может взять на себя еще большие обязательства. Если другие страны будут более амбициозны, чем мы в Европе, то мы подумаем и о дальнейших мерах. На ЕС приходится 9% выбросов парниковых газов, на Соединенные Штаты 12%. Вашингтон намерен сократить их на 28% к 2025 году по сравнению с 2005.